Добрый день, друзья! Друзья, мы с вами находимся в центре города Киева возле ДСНС, Государственная служба чрезвычайных ситуаций. Как вы знаете, в результате поджога уже четвертый день в Чернобыльской зоне отчуждения бушуют пожары, горят лесные массивы. И поэтому многие киевляне обеспокоены тем, что в результате пожаров горячие радиоактивные частицы поднимаются с горячими частями воздуха в атмосферу. По данным ДСНС, действительно наблюдается повышенный радиационный фон в местах возгорания, но в Киеве радиационный фон находится в пределах нормы. Друзья, мы будем внимательно следить за данной ситуацией. Если ситуация будет кардинально изменена, мы вас про это проинформируем. Берегите себя и будьте здоровы!